Друзья, всем привет! Renault Duster. Очередная замена масла двигателя. Поехали по порядочку. Сначала откручиваем вот эту вот защиту. Лечебные и отпускаете. Сейчас смотрите, насколько погнуло его. Но это говорит о том, что усилия были очень серьезные. Вот такой вот фильтр Невский. Made in Russia написано. Заказывал я его на AliExpress. Ссылку оставлю в описании. Резинка хорошая. Идем сравнивать. Тут клапан еще и с дыркой у него почему-то. Но все остальное то же самое. Вставляем. Нам надо протереть. Закручиваем тоже от руки одной рукой. Еще чуть-чуть прокручивается. Вот так. И вот так. Все. Дальше ставим обратно вот эту защиту. Все собираем обратно, меняем свечи, воздушный фильтр, заливаем новое масло. Свечи, которые мы будем ставить, выглядят вот так. Bosch, чего-то там. Номер свечи я оставлю в описании. Берем. Осматриваем свечу. Свеча стояла реношная. 77 00 555. Свеча в отличном состоянии, но как бы сколько она ходила, я не знаю, с ней машину покупал, поэтому принято решение их поменять. Вот какой зазор был у старой свечи. 0,8 был зазор, 0,9 уже не входит. И какой зазор у новой свечи Bosch? 0,8 не входит. Ноль семь входит.
Ставим свечи. Так, усилие для закручивания новой свечи. Прилагаем от руки. Не давим. Все идет вот от руки, плечом. Чтобы не перетянуть. Этого достаточно. Там колечко поджимается. Все. Ставим обратно катушку, болт и закручиваем болт. И вставляем клемму. Так, друзья, аналогично меняем свечи на остальных цилиндрах. Единственное, что хочу обратить внимание на вот этот цилиндр. Первый получается. Здесь есть еще клапан фазорегулятора. И важно, чтобы вы просто отводите, вот здесь получается держится одновременно и катушка, и клапан. Клапан сверху. Вы просто отводите в сторону его. И ну, не надо там больше играться. Клапан сам вытягивать не нужно. После того, как мы закрыли крышку внизу, закрутили, мы начинаем наливать масло в горловину. Масло Elf Evolution, чего-то там. Вот так это выглядит. Elf Evolution 5W40, 4 литра. Этого не хватит, скорее всего. Но у меня есть еще запасы вот такого вот Лукойл Супер полусинтетика. Ну и говорят, типа нельзя там синтетику смешивать с полусинтетикой. Но я всю жизнь это делаю, и как-то проблем не было никогда ни с моторами, ни с чем-либо еще исправиться даже. В общем-то, ну кто угодно. Ну, где-то там она поверхнет, друзья. Но все равно сейчас зайдет масло в масляный фильтр туда-сюда, и уровень упадет. 5 литров нужно лить сюда. Не задумываюсь. Еще раз говорю, вон я слил. 5L. Она пытается все чуть-чуть. Ну, плюс это чуть-чуть разлилось в тряпку туда-сюда. Вот здесь чуть-чуть осталось, видите. Так, ну все, всем спасибо, всем пока, удачи в ремонтах. Меняйте масло сами, не бойтесь ничего, страшного здесь нет. Вопросы задавайте в комментариях. До новых встреч, пока. Вон там еще у меня стоит литр эльфа, сейчас буду доливать коробку.